И мне кажется, вот здесь где-то, вот именно в последние несколько месяцев перед Олимпиадой, вот если бы Яна проиграла какие-то соревнования, мне кажется, она бы выиграла Олимпиаду. А поскольку не готовой до конца, она все равно выигрывала, вот какая-то бдительность Янина притупилась. Потому что у Яны, правда, очень много в характере, именно в характере. И вот эта ситуация, она ее немножко расслабила. Вот прям по-настоящему притупила какую-то ее спортивную бдительность. И вот эта ошибка, это было, наверное, все-таки следствие вот этого всего сезона.